Здравствуйте, дамы и господа. Мы находимся в электричке Торжок 3. Сегодня 5 ноября 2017 года. Мы решили с Тимом закрыть велосезон 2017 поездкой на реку Медведица в Полихотландском районе. На самом деле, вот такой велопоход мне нравится. Сидишь, все замечательно. Ну и еще попробую сказать, что это не велопоход. Ты приезжаешь такой, 12 часов ночи, блин, такой поход вообще. На самом деле, столько еды мы взяли, вкусной, которой, в принципе, дома ты и так поешь. А на природе совершенно другие ощущения. А давайте будем честны, мы едем туда пожрать. Вот мы и в Лихославле. Друзья, вот мы и приехали в славный город-герой Лихославль. Все, нам больше приехал. Дальше в Тверь. Ну всегда. А мы остались здесь, сейчас поедем. Ну что, нам надо на ту сторону? Нам надо. Программа называется «Доступная среда». Все для инвалидов. С велосипедами. Мы сейчас находимся на привале. Как и мы и говорили, зачем мы, собственно, едем на закрытие сезона? Чтобы пожрать. Вот я еще хочу от себя добавить. Вот вчера было 4 ноября, День народного единства. Вот, Алексей, вот вы знаете, что это за день? Да. Ну-ка. Когда все народы воссоединяются в экстазе любви. Начинается дикая оргия, короче. Когда вы не знаете. Это завершение смутного времени, когда Минин и Пожарский освободили Москву от поляков. Вам что, надо покушать? Я предлагаю тост за закрытие сезона. Так что ждут. Следующий сезон был еще лучше, чем этот. Этот был крутой. Всем передаем привет. Всем, кто нас смотрит, кто нас знает, кто нас любит. Передаем привет группе New Velo Penza. Ребята, всем привет. Давайте подтягиваться, созваниваться. И вместе покатаемся. Либо вы к нам, либо мы к вам. Так, тут вот шишка есть, тут кедр, так, тут кедр. Ну, вот, наверное, вот этот лучше, сливочный. Вот это второй слой, он более такой. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже удачи, ребята. Ну, если обратно будете, в любое время заезжайте. Хорошо? Да. Ниже от погодных условий зависит много, то есть как там. Ну, а сейчас успеваем, да, успеваем как бы. Молодцы, молодцы, честное слово. Спасибо. Ну что, Лёх, едем? Да. Ну все, счастливо. Алексей, давай, всего доброго. Друзья, после 35 километров дороги, вот такой вот хорошей дороги, покажи, были вот на той остановке как раз, которая там... Ели вкусную колбаску. Ели вкусную колбаску, вкусные шоколадки. И думали о том, как нам хорошо. Думаешь, вот, наконец-то вознаграждение. Закрытие проходит, ну, просто идеально. Но! Потому что, ну, не может быть все так идеально и хорошо. Да. Thank you.
Скажи привет, Марин. Солнце. Наконец-то. И сейчас реально прям видно, что это осень. То есть вот синее практически прям вообще небо. И вот это вот на солнце желтое. Если вы посмотрите на точке страдания, там видно, что прям лето. А сейчас прям осень прям. Ребят, ну реально осень. Очень красиво. Но дорожка, конечно, как всегда, не без этого. Ну ладно, до следующих включений. Всем привет. Так, дамы и господа, мы опять сбились с маршрута. Кажется, где тут сбиваться, как бы тут едь и едь. Вот. От деревни до деревни. От деревни до деревни. Опять заехали в какие-то дебри. Оффроуд конкретно сейчас был у нас. Остановились перекусить, потому что что-то силы кончаются. Ну вот сейчас закинулись глюкозой. Не глюкоза, глюкоза нужна. Ему глюкоза нужна. Воды, дайте ему воды. Воды. Икры. Друзья, осталось в принципе вообще чуть-чуть нам до места ночлега. Ну, вот. Деревня называется Лисицына. Да. Нам надо немножко проехать вперед и свернуть. И свернуть к речке Медведица. Ну что делать? Развожу костер. Мы нашли место, где мы будем сегодня спать. Хорошее место, да, но в целом, конечно, хочется сказать, люди, ну что вы как свиньи? Убирайте за собой, пожалуйста. Здесь просто вообще капец, то есть мы, это еще мы чистое место нашли. Вообще все угажено. Ладно, надо готовить кушать. Кош, прежде голодный. Друзья, это восхитительно. В городе такого не испытаешь. Костерок. Вот тебе костерок, вот тебе горелка, вот тебе там бутылка там. Печенье купили местного. Всем приятного аппетита.